Вера первой заметила, что на кладбище прямо рядом с голубым карьером ведутся земляные работы. Челябинка и ее компаньонки по пробежкам боятся, что территория Митрофановского погоста дойдет до самой кромки водоема. Уникальный карьер, который находится почти в центре города. Здесь отдыхает огромная масса народу. Сюда иностранцев даже приводят на экскурсии. Вчера я бегала здесь и отсыпаю для новых могил территорию. Срыли холмы. И под захоронение готовится. Одна из главных проблем – отсутствие четкой границы между погостом и территорией бора. Кладбище не только вплотную подобралось к популярному месту отдыха, но и засоряет территорию вокруг. Сгнившие кресты и похоронный инвентарь часто оказываются среди деревьев и прямо в карьере. Вот забора у них нету, правильно? Они ни за что не отвечают. Вот здесь они должны поставить ограничительный забор. Об этом уже не раз говорилось. Могилы все ближе к воде, к тропе, где люди ходят, а забора нету. С трех сторон забор есть. Вот именно с этой стороны забора нет. Ведомству, которое отвечает за содержание кладбищ, проблема давно известна. По словам руководителя службы, сейчас ведется работа по уточнению границ погоста. После территория будет отгорожена и забор будет установлен. Эта же тема, она не сегодня родилась, этот вопрос. На сегодняшний день решаются вообще вопросы пересмотра границы Челябинского кладбища Митрофановское. Когда он будет решен, я вам сказать не готова. Ну, то есть после уточнения этих границ, конечно, кладбище будет полностью огорожено, даже в той части, где ограждения нет. Вопросы по поводу захоронений рядом с берегом водоема возникают не первый год. При этом погребения рядом с голубым карьером продолжаются. Правда, речь идет о семейных могилах и подзахоронениях в могилы родственников. Иван Абросимов, Павел Востротин, 31 канал.